Всем привет! Объясняю одно движение и отправляю его вам в качестве домашнего задания. Движение прекрасное, расслабленное. Ложимся на коврик. Расправьте плечи, позвольте ключицам стечь вот сюда к полу, сделайте руки вот так в стороны, ладонями в пол и найдите свое ощущение таза. Вы должны понимать, что вы в опоре на крестец, не в поясницу. Можно себя проверить, вжать поясницу в пол, сделать плоскую спину, понять, что это неправильно, отпустить таз, пусть он будет чуть больше в переднем наклоне, да, вот туда передний, на себя задний, как раз поясница сжимается в пол. И оставить таз в таком положении, что под поясницей либо есть место небольшое, либо листочек бумажки легко может пролезть. В общем, она не плоская и не давит в пол. И вы чувствуете вес, точка опоры, больше именно в тазу, в крестце. Так же, как точка опоры здесь, это верх спины, проекция вот грудь, да, проекция туда на спину. Руки по сторонам, соедините стопы вместе, сохраняйте вот эти точки во всем... Что-либо мы меняем, да, вот эти точки сейчас сохраняются. Стопы раскрыли тоже, поясница не вжалась. Наше исходное положение. Сначала мы просто подышим 3 глубоких вдоха и расслабленных, удлиненных выдоха. Делайте вместе со мной. Приготовились? Итак, вдох. Надувайте ребра во все стороны, даже в коврик. И долгий выдох. Дальше вдох. Спина надавила в коврик, не только вверх. И долгий выдох. И еще. И выдох. Хорошо. Теперь возвращаемся вниманием в таз. Делаем наклон как бы от себя. Ноги уже в таком положении изначально. И на себя. На себя поясница коснулась пола. От себя поясница больше оторвалась. У нас прогиб в спине. И выдох на себя. Вдох от себя. И добавляем порхание ног, как крылья бабочки. Смотрите. Вдох от себя. Ноги раскрыты. Вы сначала таз на себя, затягивает ноги. Вдох, таз. Сначала двигается таз. От себя пошел таз, раскрываются ноги, таз в переднем наклоне. Пошел таз на себя в задний наклон, и он затягивает. То есть лобковая кость вот здесь как бы затягивает внутреннюю поверхность ног, чтобы вы подняли ноги. Голова пусть будет расслаблена и тоже немножко двигается в ритме с тазом. Кивает подбородок, когда таз от вас приподнимается назад, вы прокатываетесь на затылке, когда таз идет на вас, когда поясница на полу, а лобковая кость приближается к вам, приближается к ногам. И это все мы делаем с дыханием. Вдох от себя, выдох на себя. Отлично. Прекрасное упражнение можно делать и с утра, чтобы размять поясницу, немножко как бы себя размягчить, и вечером, чтобы снять напряжение. Ну и в целом это хорошая работа над мышцами тазового дна, суставами тазобедренными и прессом.